Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики, гости моего канала. Спасибо за хорошие комментарии, что вы мне пишете, и вообще за то, что вы есть. Но вот сегодня у меня очередное блюдо сварила из того, что было. Солила капусту, квашеную делала, а эти верхние листья, большие такие, взяла и сложила в мешочек и заморозила свежие. Сейчас я их вытащила из холодильника. И делаю голубцы. А фарш остался. Я лепила пельмени. Остался фарш. Сегодня утром варила гречневую кашу. Осталась каша. Это сегодня. Сложила вместо риса фарш. И теперь будут голубцы. Все там есть, и лучок, и перчик, и зелень. В общем, а листья такие, когда достали, их не надо в кипяток никуда, они прям такие хорошие, и сворачиваются хорошо. И... Ну вот это я обрезала, а я их мелко нарежу и наверх положу. А еще сделаю потом подлив. Но это будет попозже, покажу вам. И вот они, видите, правда, они такие темно-зеленые стали листья, они такие не были, конечно. Но верхние-то я выкинула, совсем верхние, остальные взяла. Но в хозяйстве ничего не должно пропадать. И сейчас я все это доделаю. И потом вам покажу. Вот нарезала. Теперь я вам покажу, что я туда добавляю. Вместо соли я всегда ложу вот это. Гемюзебрю, бульон вот этот. Он же соленый. И он очень, нам очень нравится. Такой вкус. Я его и в супы, и везде добавляю. Вот. И хмели. Хмели сухнели я сейчас добавила уже. Он у меня в этой баночке. Я все высыпаю, закручиваю, чтобы ничего не выдыхалось. Чтобы все хранилось хорошо. Теперь вот такой у меня засушенный чили-перец. Маленький, но он злючий. И одну я, наверное, тоже положу. Я еще не ложила. А вот такой я насыпала чили. Видите, там маленькая стеклянная ложечка у меня. И вот я всегда добавляю. Но еще я накручиваю туда вот этот. Знаете, я уже черный давно не покупаю. Он как пыль. И невкусно, и неизвестно, что там намешано. Я покупаю вот этот горошек душистый и его прокручиваю, сколько мне надо и куда. И очень много его все равно в мешочке, много надолго хватает. И все-таки он пахнет лучше. Ну, в общем, как-то мое мнение такое, не знаю. Я не люблю вот эти, которые сыпучие. Туда можно намешать что угодно. Теперь я сюда налью водички. И пусть она немножко тушится. Гречка готовая, фарш должен свариться и капуста. И пока это варится, я сделаю подлив и добавлю его. Покажу вам потом. Вот я приготовила соус, подлив, или как, ну я его сейчас залью. Я здесь обжарила луковицу, две морковочки небольшие. Кусочек перца красного нарезала мелко. И ложку столовой, может, чуть больше муки зажарила. Помните, как наши бабушки готовили? И вот томат, такую пасту. И еще я люблю добавлять вот такую перечную пасту в турецком магазине покупаем. Ой, ну, нам нравится. И залила водой, и сейчас это все пойдет на голубцы. Так, ну это я потом вычищу. И получается вот такая красота. Я потом еще немножко попробую. Посоль, ну, мне кажется, нормально. Я уже привыкла, на глаз как-то. Ну, попробовать все равно надо, да? Ну вот на этом я с вами хочу попрощаться. Спасибо вам огромное, мои дорогие друзья. Я вам всем очень рада. Пока-пока.
Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Вот это блюдо мы привезли. Сервиз такой еще из России, Чехословакия. И вот сюда я сейчас положу голубцы. Вот такая красота и вкуснота. На этом я распрощаюсь с вами. Пока-пока. Спасибо вам за все огромное.